Расскажите про впечатления, самые первые, вот, от работы, от общения с коллективом. Ну, самое позитивное, в общем-то, с ребятами перед тренировкой поговорили, да, что мы хотим видеть от команды. Наши какие-то выдвинули требования, пожелания. То есть, ну, мне кажется, это, ребята неплохо это восприняли. И, как бы, и разминка перед тренировкой, сама тренировка. Понятно, это первая тренировка после такого отпуска, пускай краткосрочного. То есть надо какое-то время, чтобы войти в ритм, втянуться. Ну, первая тренировка, в принципе, понравилась. Мне показалось, что был такой очень хороший и непростой темп задан, и многие выложились прямо на 100%. Есть такой момент психологический, что и вы оцениваете самоотдачу, и игроки понимают, что нужно эту самоотдачу показать для вас? Ну, конечно. Поэтому я думаю, что мы этот темп будем держать и увеличивать на каждой тренировке. Потому что мы с ребятами разговаривали, то есть мы играем так, как мы тренируемся, поэтому тренировки у нас должны проходить тоже на высоком и эмоциональном, и физическом уровне. Расскажи, чем занимались вот этот день, он такой насыщенный был, я так понимаю. Ну, втягивающий день, нам сразу объявили, что ребят давно не катались, поэтому нужно втянуться, где-то почувствовать шайбу, почувствовать партнера, ничего необычного, рабочий процесс, познакомились с тренером, с его требованиями. Вообще, ну, показалось, что все-таки довольно-таки уставшие многие сегодня по окончании тренировки. Ну да, я еще раз говорю, просто сегодня первый день, ребята многие отдыхали. Поэтому сегодня первый день, я думаю, сейчас за неделю втянемся, все будет хорошо дальше. А лично для тебя вот в этом сборе какие цели? Показать свои лучшие качества, наверное, зарекомендовать себя уже как более взрослый, наверное, игрок, потому что до этого я в молодежной команде выступал, и сейчас нужно пробиваться в первую команду. Насколько требования Скобелки вот по первому собранию, по каким-то первым установкам, они для тебя, ну, возможно, новые, необычные? Да, скорее не требования необычные, потому что я, в принципе, знал, что меня ожидает, и все ребята все понимают. Просто что вот этот переход от молодежного хоккея к взрослому, он не всегда простой, и нужно это осознавать и понимать это как можно раньше, тогда дальше будет проще. Расскажите о задачах. Что вы будете смотреть на этих тренировках, что вы будете оценивать? Ту же молодежь, да, наверняка. Тактика, насколько она уже сейчас будет отрабатываться? Да, естественно. Мы, еще раз говорю, мы ребятам предложили и предложим определенные нагрузки. Да, мы будем смотреть, насколько, как ребята, во-первых, держат эту нагрузку, насколько они готовы к ней. И это первую неделю. Все, что касается второй недели, то, что мы уже говорили ребятам, мы начнем заниматься тактическими моментами, чтобы, ну, они уже были готовы и приблизительно знали, что нас ждет непосредственно на сборе перед сезоном. Можно ли сказать, что по итогам этого сбора вы будете уже делать выводы, с кем вы продолжите работу, а с кем, может быть, и нет? В какой-то степени да. Да, поэтому мы это такой сбор сделали, чтобы уже летний сбор уже начинать с теми ребятами, которых уже мы видели и которые мы будем уже планировать, как бы, под состав.